Молодой американке Эвите поставили страшный диагноз – рак яичников. Ей предстоял курс химиотерапии, но Эвита отказалась от помощи врачей и решила лечиться самостоятельно. Первое, что она сделала – сказала «нет» любимому фастфуду – пицце и лимонаду. Питалась только полезными продуктами, много времени проводила на свежем воздухе. Я похудела на 20 килограммов, и главное, через год врачи сказали, что рака больше нет. И это прямая заслуга нормальных продуктов питания. Из толстой женщины с депрессией и онкологией я внезапно превратилась в фотомодель. И если я ем теперь пиццу, то только сделанную из теста, из ростков пшеницы и исключительно с овощами. Таких, как Эвита, в Америке становится все больше. Люди отказываются от фастфуда, сладкой газировки, жирной пиццы и консервов и становятся здоровыми и красивыми. Раньше Эвита весила 90 килограммов. У нее не было радости в жизни, она постоянно была уставшей. Теперь ее не узнать. Она стала красивой и умиротворенной, и это удивляет.